102 метра смелого замысла, творческого подхода и новаторских решений. Разряд высший А. Звезд в советское время не давали. Но их тут хватало. Это самый любимый этаж Аллы Борисовны, 25-й. Она его целиком заказывала для себя и своей команды. Во время бесчисленных гастролей почти родным домом эти номера и коридоры стали и для Льва Лещенко, Анны Герман, Софии Ротару и Вахтанга Кикабидзе. Высоко оценил высокую гостиницу и Пьер Ришар. Оно и понятно, визитная карточка не только города, страны. Увидеть и полюбить этот город, эти горы, эти мгновения. Гостиница «Казахстан». Высота 102 метра. Общая площадь 45 тысяч квадратных метров. Начало строительства 1975 год. Окончание строительства 1977 год. Архитекторы Юрий Ратушный, Лев Ухоботов. Стиль – постмодернизм. Алма-Ата, 70-е. Быстро развивающаяся столица испытывает нехватку мест для проживания туристов и гостей. А те, что есть, уже не отвечают современным требованиям сервиса. Да еще и 60-летие Великой Октябрьской революции приближается. Город яблок превратился в город заборов. Особое внимание к проспекту Ленина, главная улица Казахстана. Если и строить стратегически важный объект, то только тут. Да не просто большую и вместительную гостиницу, а такую, чтобы на весь Союз известной стала. Она поставлена на очень интересном перекрестке. Это здание Дворца Республики, раньше здание Дворца Ленина. Это лучшее сооружение своего времени всего Советского Союза и одно из лучших в мире было. По проекту гостиница должна была завершить композицию градостроительного ансамбля, а улица Ленина окончательно закрепить за собой звание образцово-показательной, сменив другое – учебный узел. Тогда проспект славился количеством учебных заведений. На месте, где решено было строить гостиницу, как раз один из таких располагался. А Горный институт – это политехнический в дальнейшем, мы его переименовали. Значит, он через дорогу находились общежития и учебный корпус, и ниже вот так по улице Курмангазы там были двухэтажки. Двухэтажки были снесены в угоду урбанизации. Инновационный, удивительный и такой необходимый городу. Поручить столь серьезный объект можно было только наиболее авторитетным специалистом в этой области. Вот один из них – Краснянский Владимир Рафаилович. Открывая альбом, он открывает историю этого места. Начальник строительства комплекса высотной гостиницы. Вот так сложно. На деле под его чутким контролем застучали молотки, он же поправлял скатерти в день сдачи гостиницы в строй высшему руководству страны. Сотни чертежей в кальке, уникальные расчеты, кипы документов и зарисовки гостиницы. Такой ее видели только специалисты. Значит, это вот один из документов, которые представлены в фондах архива научно-технической документации. Если посмотреть и обратить внимание на него, то и верх немножко выглядит иначе, нежели вот сегодня представляете себе эта гостиница. А еще вот такой вариант с нетипичными, но тоже интересными окнами. И такой. Крышу венчают шатры. Все это проекты за номером 2. Они так и остались всего лишь вариантами.
некоторых публикациях отмечается, что как-то некоторая помпезность якобы придает вот эта корона данному объекту. Как мы сейчас уже видим, по прошествии времени корона является украшением. И даже больше, при тщательном рассмотрении напоминает хлебный колос, символ целинного подвига. Официальные данные. Вертикаль была заложена еще в проекте Дворца Ленина патриархом алматинской архитектуры Николаем Репинским. Он умер в 1969 году. Репинский даже не дождался, когда Дворец Ленина будет пущен в строй. Он умер в 1969 году, получил посмертно государственную премию СССР за здание дворца. Но его ученики Ратушный, Ухоботов, тогда еще молодые архитекторы и группа там еще других, более молодых и менее знаменитых участников этого проекта, они вот взяли за идею вот эту высотную конструкцию. То есть сразу она определялась как высотная. Высотная – да, но что такая высокая, никто и не подозревал. На фоне пятиэтажек проект в 15 этажей считался фантастикой. Чего уж говорить о 25. И это в зоне повышенной сейсмической опасности. В истории Алматы зафиксировано два разрушительных землетрясения. 1887 год. Оно получило название «Вернинская катастрофа». Город был разрушен почти полностью. Декабрь 1910-го, так называемое Кеминское землетрясение. В городе уцелело всего несколько зданий, в их числе Свято-Вознесенский кафедральный собор. Первое, которое принесли на просмотр, был 15-этажное здание. Это, ребята, ну не годится. Ташкент 17 этажей уже строит гостиницы, а мы, Алма-Ата, будем 15. Ни в коем случае мы должны выйти. Ну, полушутя, а вообще полусерьезно, наверное. И они начали аварийно начали переделывать проект. Догнать и перегнать. За считанные дни карандашный колос подрос на 10 этажей и изящно дополнил тот самый архитектурно-аграрный ансамбль. Говорит главный архитектор проекта Юрий Григорьевич Ратушный. Авторы проекта здесь как бы преодолели психологический барьер, запроектировав здание 25 этажей в нашей зоне с высокой сейсмикой. К строительству привлекли лучшие бригады Советского Союза. Заводы и комбинаты страны в срочном порядке меняли нормативы материалов. Почти все помножив на два. Если арматура, то вдвое толще обычной. Если бетон, то вдвое прочнее. И это касается почти всего, что необходимо для возведения гостиницы. Да и само строительство назвать типичным никак нельзя. Без обычных строительных лесов, используя гидравлические подъемники, буквально на глазах вырос железобетонный столб, центральное ядро жесткости. Японская технология. Скользящая палубка была применена в основном в советское время. Это элеваторы. Там нет ни перекрытия, ничего. Тянут полностью. Но периметр стен максимум был 170. Это какой-то опыт где-то там, по-моему, где-то под Сочи или еще где-то. А у нас 300 метров, только вот сам вестибюль. Решали один вопрос, появлялись новые. Погодные условия, например, бетонировать в минус, да еще и учитывая новый метод строительства. И такие внештатные ситуации каждый день. Не обошлось и без курьезов. То штукатуры, сигнальные фонари на короне закрасят, то вообще выяснилось, что все номера в гостинице одним ключом открывались. Грузовые лифты ломались, поднимались пешком, поэтому за опоздание не ругали. А вот и оперативный центр реагирования. Здесь же, на строительной площадке.
почти академический кабинет. На стройплощадку в костюмах ходили. Вот там стояли будки во дворе, и я там комплекс был с цветами, с люстрами. Хотя впервые такое на строительстве обычно, в сапогах и так далее. А это был особый комплекс, потому что часто подъезжали руководители республики, министерства и так далее. Особый комплекс на особом контроле, высоком. Посохин – это главный архитектор Москвы. Небоскреб сыскал славу не только уникального, но и скандального. Нашлось немало сомневающихся в том, что 25-этажное здание уместно строить в зоне 9-бальной сейсмичности. Но главный инженер Талиубай Жунусов был уверен – устоит. И тогда решили провести натурные испытания. Впервые в Советском Союзе. «Я сам буду стоять на крыше», – сказал Талиубай Жунусович. До завершения строительства на верхушке данного здания была установлена специальная аппаратура, которая имитировала землетрясение. Эту самую специальную аппаратуру доставили на вертолете. Испытание началось, и никто не знал, чем оно может закончиться. Все участники эксперимента рассказывают, что было страшно. Сейчас мы станем свидетелями уникального эксперимента. С помощью специального устройства будет имитирована сейсмическая нагрузка силой свыше 8 баллов. Вот оно, искусственное землетрясение. Рукотворное землетрясение силой почти в 9 баллов. В каждом этаже были установлены специальные датчики, которые фиксировали толчки. Учебная тренировка прошла успешно. Есть еще такая легенда. Банкет по случаю сдачи гостиницы. 1979 год. Новогодняя ночь. Последний этаж в зале ресторана. Архитекторы, строители и гости. И тут здание закачалось. Уже не по велению техники. Настоящее землетрясение. И факты. Сильные толчки в тот год действительно фиксировались, но в сентябре. И действительно, в тот момент в гостинице был, но только один из архитекторов. Очевидцы говорили об амплитуде колебаний в 1,5 метра. Ведь здание же начинает колебаться. Амплитуда, чем выше здание, тем больше амплитуда. Вот так серьезно оно отскочило, что люди повылетали вообще с коек. Но гостиница снова осталась невредима. Разве что штукатурка посыпалась, не более. Фантастический замысел и скрупулезный расчет сработали. Вертикальная доминанта лаконичного обриса, так гостиница по документам проходит, действительно прославилась на весь Союз. Да еще и в срок успели сдать. Строители уложились в 2 года и 8 месяцев, а тогда по нормам минимум 4,5 года требовалось. Открытие приурочили к 60-летию Великой Октябрьской революции. Надо мной небо синее, облако лебединое, и плывут, и зовут, в дальний путь за собой. Туристические небоскребы всегда привлекали к себе внимание, а выполненные со вкусом, смыслом и в едином стиле – тем более. Облицовка гостиницы и дворца Ленина – мангостаусский ракушечник. Корона и козырек – анодированный алюминий по золоте. Красные сигнальные огни продиктованы нормами авиации. Неотъемлемый атрибут высотных сооружений. Самая высокая гостиница в мире находится в Саудовской Аравии. Королевская часовая башня имеет высоту 601 метр, а ее вместимость около 100 тысяч человек. На втором месте башня Розы в Объединенных Арабских Эмиратах. 333 метра, 72 этажа. Гостиница в КНДР, Рюген, чуть ниже Дубайской башни, 330 метров, но превышает ее количеством этажей – 105. В этом списке Казахстан значительно уступает, но к таким высотам и не стремились. 102 метра, 25 этажей и скоростные лифты.
скоростные лифты. Тоже тогда в Советском Союзе не так уж много их выпускали. Пообедать в космосе – так назывался ресторан на последнем этаже. Сбегать за гамбургерами в Казахстан. Первый заграничный фастфуд тоже здесь появился. Первые сувениры, кстати, тоже. Да и вообще, остановиться в Казахстане, так и говорили, не у каждого получалось. Места бронировали за месяцы вперед. Многих спортсменов здесь видел, певцов видел. И там образовалось вот это микромир такой между гостиницей и дворцом. Там были фонтаны, бассейны, какие-то такие переходы. То есть пространство, в принципе, не очень большое. Но архитекторы его сделали многоуровневым. Вот там мы где-то можем спуститься, где-то растет ива. Потом вышли, там елочка, тут еще какое-то дерево. Нашлось в этом мире место и для валунов. Они уже давно не только предмет декора, но и излюбленный фон для фотосъемки. С этими камнями вообще отдельная история. Когда копали котлован, вытащили вот эти вот, побольше этого стола, вот эти. И если вы обратили внимание, сначала была идея увести, уничтожить. Но поднять, и даже кранов не было таких, чтобы поднять. А потом, когда уже почти все готовили к взрыву, то идея вроде у Хаботов. Он говорит, что давайте оставим. Так они и остались. Здесь вообще нет ничего лишнего. Все, что есть, имеет свою оригинальную идею. Вот, например, окна. Пчелиные соты напоминают и выполняют функции климат-контроля. А все потому, что в Алматы в среднем 300 дней в году солнечные. Дело в том, что окна повернуты так, чтобы не раскалялись эти небольшие комнаты. Утром рано солнце не попадает. Потом оно проходит первую половину дня, оно не такое жаркое, а потом оно как бы уходит, не раскаляет. Вот в этом ракурсе и сделаны вот эти окна соты. Вид отсюда потрясающий. Но быть в гостинице и не увидеть пейзаж сполна недопустимо. Владимир Рафаилович ведет нас на крышу. Останавливается в пролете. Так соскучился по этим красотам. Это отличает его от многих городов. И вот последний рывок. 100 метров над землей. Какая красота все-таки. Я должен сказать, что очень давно не был здесь. Только у нас приставные лифты были, и мы на лифтах поднимались. С этой точки видно, как за последние года изменилась Алма-Ата. Но все так же древние горы в снегах, улицы, парки в цветах и плещет в фонтанах вода. С высоты Казахстана хорошо видно. Древние горы в снегах, мудрый ты как аксакал, юности нашей причал, город мой Алма-Ата. Вижу во сне, как тебе плещет фонтанов вода, сердцем стремлюсь я к тебе, город мой Алма-Ата. Между прочим, Валентина Толкунова тоже останавливалась в гостинице «Казахстан». Гостиница «Казахстан» включена в государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы как памятник архитектуры и градостроительства.